Привет, меня зовут Артем Волков, я профессиональный геймдизайнер. Я Антон Токарев, технический геймдизайнер. Обожаю Unreal Engine. А я Кирилл Заловкин, тоже, кстати, геймдизайнер, болею за геймейкер и нарратив. Но геймдизайн — это не единственное, что нас объединяет. Мы — это проект манжеты геймдизайнера. Манжеты ГД поддерживаются и развиваются уже на протяжении более 5 лет. Для нас принципиально, что здесь нет рекламных баннеров и заказных статей. А значит, вы получаете прямой доступ 24 на 7 к самым полезным независимым материалам по геймдизайну в текстовом виде, подкастах и стримах. Это стоит огромных усилий команды авторов, редакторов, монтажеров, продюсеров, ведущих и менеджеров, занимающихся контактами с приглашенными разработчиками. В прошлом году нам удалось разобрать саунд-дизайн хоррора «Амнезия» с ведущим звукорежиссером Ubisoft. Или поговорить о UX в интересной Indie Cloud Gardens с ведущим UX-дизайнером Омио прямо из Берлина. Или составить Библию ГД, удобный рубрикатор на любую интересующую вас тему в море аспектов геймдизайна. Благодаря команде профессионалов нам удалось пригласить интереснейших авторов инди-игр вроде Titan Chaser и Selfloss, возобновить эфир радио ГД с новыми крутыми гостями вроде Head of Pixonic Евгения Судака. Что ж говорить о новых рубриках, вроде «С добрым утром ГД» и новогодних викторинах, которые, на удивление, хорошо восприняли. Мы не забываем и о сайте, стараясь регулярно его обновлять. Вышел популярный материал Льва Кобелева об основах теории вероятности для геймдизайнеров. Мы рассказали о пользе нарративного дизайнера и использовании фичеката для сужения скопа в маленьких студиях. На наши материалы регулярно ссылаются в научных работах, курсах лекций, онлайн-подкастах и онлайн-школах. Поверьте, мы не собираемся останавливаться на этом. У нас в планах создание полного словаря терминов геймдизайнера и корпуса текстов по деконструкции игр и дизайнерской документации. Будут расшифровки в туях хитовых игр, конспекты наших подкастов и, наконец, каталог популярных игровых механик. Как хорошо, что у нас есть целая команда авторов, редакторов, продюсеров, инвесторов. Вообще-то нет. Мы сами поддерживаем ресурс в свободное от работы время на собственном энтузиазме. Только с вашей помощью мы смогли купить Oculus VR, чтобы разобрать рынок VR-игр в подробностях. Только благодаря вам мы закажем нормальный свет, зеленый экран и веб-камеры высокого разрешения. Чтобы я перестал пиарить гриппер в каждом выпуске. Чтобы мы перестали волноваться за судьбу манжет в следующем году. С вашей помощью у нас есть будущее. Мы будем радовать вас новым полезным контентом без навязчивой рекламы и заказных статей. Это очень важно. А еще важнее ваше живое участие. Ваши мысли и захватывающие идеи. Ваше желание помочь нам сделать манжеты ГД еще лучше. Без маркетингового булшита. Свободными для нового поколения дизайнеров. Наполненными полезной информацией, которая регулярно обновляется. Стань спонсором манжет и получай доступ к эксклюзивным материалам первым. Пишите свое имя в историю самого крупного сообщества про геймдизайн в СНГ. Один ваш клик — это чье-то будущее в геймдеве. Спасибо.